Всем привет, мои друзья, мои зрители. Сегодня я приехал в лес к реке Белой. Наш красавец Агидель. Посмотреть, добавилась ли вода или нет. Был у нас очень сильный ливень. По улицам прям реки воды шли. Еще был небольшой дождичек. Ну а вот не хватает воды, не хватает осадков. Лето прошло, и вот такая наша река, можно перейти. Старица вода, а на берегатике вот так вот. Был я здесь весной, здесь вода шла, вот, просто, как сказать, на 1,5 метра. Вот где вот эта осока есть по берегу, вот здесь ушла вода. Гуляем, поднимем сейчас вот на эту гору, пройдем, полюбуемся нашей панорамой. Идемте, друзья мои, посмотрите, какой шиповник крупнейший. Вот, а где его собирать-то? По берегу прямо. Да много. В этом году вообще много шиповника. Ну, этот отличный. Посмотрите, какая вода чистая. Такой прекрасный вид открывается. Ну что, придется лезть. Прошел далеко. Ну, сейчас вот здесь вот поднимусь. Пойдем на гору. Будет интересно, друзья мои. Оставайтесь со мной. Ну, лезу. Немного задышался. Можно было, конечно, и проще путь выбрать. Раньше идти. Но у нас вот такое дело. Охота нам проверить себя, на что мы еще способны. Ну, иду. Такой ракитник растет. В мой рост. Ну, идемте. Ну, вот практически поднялся я. Посмотрите, какой склон. Из каких плит. Вот уже березки начинают желтеть. Внизу вот река Белая. Сейчас подойду вам подальше, покажу вам ее сверху. Посмотрите, какая панорама. На северо-восток. Красиво.
склон такой. Да, досталось ему этим летом. На самом солнцепеке он. Видите? Вся травка. Желтая или вот белая. От жары. Просто небо голубое. Просто небо голубое. Это все мое родное. Вот она, внизу, наша гидель. Слышишь, птичка кричит? Уже сколько раз? Пи, пи, пи. Пить просит. Даже птицы просят дождя. Вот вышел на тропиночку. Это для тех, кто приедет сюда, заинтересуется этим видео. Вот по гребню идет тропинка. Становится жарко. У нас такая погода. Экстрим. Ну, конечно, температура маленько сбавилась. Но днем 25. А ночью 0 градусов. Вот так. Это Южный Урал. Всего лишь. Ну вот, друзья мои, мои зрители. Мы пришли. Я не сказал, куда я иду. А я шел вот к этому дереву. Вот к этой сосне. Это дерево желаний. Такое. Загадывайте, друзья мои, мои зрители, желания, и они сбудутся. Проверено. Смотрите и загадывайте. Ну, загадали, друзья мои. Думаю, что загадали. Все сбудется. Вот так вот оно и растет. Дерево желаний. Посмотрите, на какой почве. На камне. Исполняет зато наше желание. Расти, сосенка. Расти. Ну, а мы полюбуемся еще вот такой панорамой. Посмотрите, где я стою. Ух. И вот наша река. Белая агидель. Слышу, нет ли? Журчит на ветерок.
Мы пойдем назад, посмотрим еще что-нибудь. Смотрите, какие краски. Голубая вода, зеленый камыш. Вот черемуха начинает багроветь. Чудесно. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Погуляли мы у реки Белой, загадали желания. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.